Актриса Агата Муцениеце вспомнила, как ей удалось обмануть приемную комиссию в театральном институте. Звезда ввела преподавателей в заблуждение при поступлении во ВГИК. По словам бывшей жены Павла Прилучного, во время вступительного экзамена ее попросили исполнить любую композицию. Актриса не отличалась музыкальным талантом, поэтому подготовила малоизвестную песню на грузинском. Она рассчитывала, что члены комиссии не знают ни слов, ни мелодий, поэтому за попадание в ноты можно не переживать. В итоге план Агаты сработал. Однако после того, как Муцениеце поступила на актерское отделение вуза, она все же подошла к преподавателям и призналась в своем обмане. Актриса отметила, что всегда мечтала изучать актерское мастерство.